Завтра, 9 ноября, народная артистка СССР, орденоносец, лауреат государственных премий и композитор целой эпохи Александра Пахмутова будет отмечать свое 90-летие. Заранее не поздравляют, но все же примите пожелания здоровья от всего сердца. А сейчас у нас в гостях победитель второго сезона телепроекта «Голос» Сергей Волчков с нежностью. Опустела без тебя земля. Как мне несколько часов прожить? Так же падает сада листва, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле сейчас без тебя, а ты лети. И тебе дарят звезды свою нежность. Может, надо улететь, чтоб знать, сколько в мире алых солнц и лун. Может, надо улететь, чтоб знать, как беспомощна мала земля. Но огромна лишь одна земная любовь, и здесь во вселенной меня согревает твоя нежность. Опустела без тебя земля. Если можешь, прилетай скорее. Спасибо, какая прекрасная, душевная, всеми любимая песня. Но, насколько я знаю, текст немного другой, да? Да, действительно, прозвучало не в оригинальном таком контексте. Я соединил женский и мужской текст. Но, правда, я сделал это не самовольно. Я позвонил Николаю Николаевичу Добронравову и говорю, вы будете не против, если я соединю два текста? Ну, получилось прекрасно, просто замечательно. Насколько мы знаем, что с Николаем Николаевичем, Александром Николаевым нас связывает не только рабочие отношения, но просто настоящая дружба, да? Действительно так. Часто бываю у них в гостях, долго беседуем на разные темы. Это безумно душевные люди. И знаете, я иногда, когда на душе что-то так серо, грустно, заезжаешь к ним в гости, и сразу все становится иначе. Какой-то ты выходишь одухотворенный, наполненный. Да. Просветленный, да? И просветленный. И ты понимаешь, что вот есть песня «Я люблю тебя, жизнь», да? Что само по себе и не ново. Действительно, вот они настолько любят свою жизнь, творчество, и отношение вот это вот простое,
открытая, и это многого стоит. И сейчас вот день рождения, и 90 лет, это звучит как-то очень даже странно для такого человека. В прошлом году это... исполнилось, да, Николай Николаевич. Николай еще 90, да. В прошлом году, а в этом году вот Александре Николаевне. Да, и насколько она... вот спросите у них, да, какая любимая ваша песня, они в шутку всегда ответят, что мы ее еще не написали. Вот. И я, конечно, счастливчик, что я исполняю песни, которые специально написаны для меня. Это песня «Золотая, ты моя золотая». Это песня, которая прозвучала на первом моем сольном в Кремлевском дворце. И на концертах вы всегда посвящаете ее жене, насколько мы знаем. Я жене посвящаю, а Николай Николаевич эти стихи посвятил своей жене, Александре Николаевне. И теперь уже, вот буквально скоро будет у меня третий сольный концерт уже в Кремле. 3 апреля мой день рождения. И эта песня тоже будет звучать в Кремлевском дворце, который называется «Золотая, ты моя золотая». Тогда что хотели бы пожелать в дни рождения Александра Николаевна, Николая Николаевича? Я хочу пожелать здоровья на многое-многое-многое лето. Спасибо. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Приглашаем всех на ваш концерт в апреле в Кремле. И спасибо, что заглянули к нам в гости. И вам спасибо.